33 года назад я с другом пошел на корты, хотя до этого не представлял, что есть такой вид спорта. И на первой же тренировке я нескольких человек обыграл, хотя дали ракету в руки и говорят, давай перебивай через сетку. На этой же тренировке тренер меня заметил и попросил на следующую прийти с родителями. И сразу же перевел в спортивную группу. И после этого моя спортивная жизнь, теннисная, началась уже основательно. То есть я уже начал ездить по турнирам, выступать на первенствах области, Украины, Союза. Андреа Гассі, Марія Шарапова, Штефі Граф, Борис Беккер – це ті люди, які прославили великий теніс на весь світ. Та у Сумах є свої спортсмени. Аня – одна з них. Привіт, Аню. Здрасте. Розкажи, будь ласка, як давно ти у великому тенісі? Я пішла з мамою гуляти та побачила, як діти грають в тенісі. Попросила, щоб мене відвели до цієї спортивної секції. Мене тато привів сюди, я вже займаюся майже 3 роки. Хто тренує тебе? Ігор Юрійович. Як він як тренер? Дуже суворий? Не дуже. Ну, після того, як закінчив школу, вирішив продовжити уже тренерську кар'єру. Ну, зараз тренірую. Реверс, брейк, смеш. Про це навіть більше знає наш земляк Ігор Смертяк. Для нього теніс не лише хобі, а й робота. Ігоре, розкажіть, з чого все почалось? Як ви прийшли на корт? В 80-му году я случайно з другом узнав, що є такий вид спорту – теніс. Він предложив мені сходити, він перед этим пару раз был на кортах, а я даже не представлял себе, что такой вид спорта существует. Игорь, расскажите, будь ласка, про тренерскую деятельность. Я знаю, вы тренуете 70 детей. Вот я работаю уже тренером 15 лет, и за это время у меня ребята выступали и на украинских турнирах, занимали первые и призовые места. Да, конечно же, не просто, потому что каждому ребенку нужен подход, и детвора у меня занимается от 5 лет до 16. В каждой группе своя методика работы. Вы уже 33 года в теннисе. Есть ваши, возможно, кумиры? Да, это мой кумир, это, конечно же, Андреа Гасси. Я смотрел все матчи его, когда он выступал, сейчас он уже завершил карьеру, но советую прочитать. Он выпустил автобиографию, книгу, где он написал всю свою жизнь, начиная от, как он только начал заниматься теннисом и как завершил. Хорошо написана книга, очень такая серьезная, хорошая. Хоч кілька разів за життя, але вам доводилося грати в цю захоплюючу гру. Можливо, навіть досягли в ній неабиякого успіху. Та що ви знаєте про теніс? Я думаю, 100% чули про ракетку і тенісний м'яч. І все? Допоможе краще розібратися Ігор, адже він уже 33 роки на кортах. Зізнаюся, я вперше. Але все-таки спробувала себе у великому тенісі. Що з цього вийшло? Побачите далі. Попробуємо. Давай. Давайте на ту сторону. Первое, с чего начинаем, это стойка теннисиста.
ноги на ширине плеч, немножко согнуты в коленях, наклон вперед. Правая рука держит за край ручки, левая чуть выше. Вот это называется стойка теннисиста. Из этой стойки надо будет наносить все удары, сыграть, вернуться в исходное положение. Стойка теннисиста. С этого все начинается. Попробуем сделать первый удар. Я брошу мяч подправо. Надо попробовать ракеточку отвести в сторону, развернуться немножко на стопе и попробовать перебить через сеточку. Кистью мы не работаем, а стараемся делать движение рукой. Кисть неподвижна, то есть уверенная хватка ракеты, и постараться перебить через сеточку не сильным ударом. Попробуем. Стойка теннисиста, разворачиваем плечи, ракеточку ставим в сторону и первый удар. Есть. Разворачиваем плечи, ракеточку в сторону, внимательно смотрим на мяч, мяч должен попасть в центр ракетки. Есть! Второй удар есть. А теперь попробуем два удара подряд. Справа одной, слева двумя. Хорошо? Стойка. Справа. Есть. Стоечку. И слева двумя. Молодец, я тоже достаю. Доставай! Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Сейчас ты молодец, очень способная. Двигайся мелкими шагами и смотри постоянно на мяч. Вот это основные условия в игре в теннис. Доставай. Видишь, не досмотрел. Хорошо, вернулась. Одной. Хорошо. Доставай. Молодец. Доставай. Хорошо. Все, обыграла. Конечно, важно в теннисе, как ты бьешь по мячу, как технику выставляем. Но немаловажно, это как поднимаем мяч, который лежит на полу. Если просто наклоняешься и берешь, это неудобно, и у теннисистов это не заведено. Существует три способа, как мы поднимаем этот мяч. Первый способ. Ракетой прижимаем мяч к ноге и поднимаем. Второй способ. Бьем по мячу, и он от пола отскакивает, он уже у нас на ракете. Ну и третий считается самым простым. Катим на себя и поднимаем. Попробуем. Способная ученица. Обычно многие первый раз приходят и по мячу попасть не могут. А тут довольно солидные удары, и по мячу попадала, и сложный смеш над головой сделала правильно. Поэтому советую заняться спортом, теннисом. Аня Пархоменко – это вообще самородок, потому что занимается всего 3 года. Обычно для того результата, который она сейчас показывает, надо хотя бы лет 7. Она сейчас 4-я по своему возрасту, и хотя ей только 10 лет, она выступает по 12-летним, то есть играет со старшими, и там входит уже в 20-ку лучших теннисистов Украины. Занимает и в Харькове первые места, и в Полтаве первая была. Очень перспективная девочка, на нее все надежды сейчас. Теннис называют шахматы в движении. Здесь, конечно, надо и физподготовка, но надо хорошо просчитывать хода, читать соперника, что он соберется сделать в следующий момент. То есть это умный вид спорта. Детвора приходят на тренировки, и родители их с удовольствием тоже начинают тренироваться. То есть у меня много детей, тренирующихся.
в группах, за собой привели родителей. Для родителей тоже проводятся любительские турниры, и довольно часто, не только в Сумах. Вот недавно мы и в Шостку ездили, и в других городах. И сейчас будет проходить, я собираюсь сделать семейный турнир, называется «Кубок друзей», где в паре может играть папа с дочкой, брат с братом, мама с сыном и так далее. То есть взрослых учеников у меня 15 человек, и тоже довольно интересно с ними работать, потому что вид спорта стал такой популярный. Якщо не брати до уваги ігор стародавніх греків та римлян, які м'яч відбивали рукою або дерев'яною палицею, то перші згадки про гру, схожу на теніс, можна знайти в 12-13 століттях в Італії. Гра називалася джидоку, а м'яч у ній відбивався надітими на руку рукавицею, дерев'яним щитком або шкіряним ременем. Та все ж історики вважають, що теніс виник у Франції. Лише 4 століття потому з'являється, ну, що схоже на ракетки. Найперші м'ячі для тенісу виготовлялися зі шкіри і були набиті шерстю. Уявіть собі, що могло статися із гравцем, якби у нього потрапив м'яч. Мені спочатку складно було зрозуміти, тому що от розказували, розкажу, як якщо чуть-чуть натягнути більше чи менше, вже професіонал, він чувствує грам один. Тут є вес, наприклад, там, зараз ми тягнемо. 25 килограмм вертикальный, 24 горизонтальный. И если чуть-чуть неправильно я сделаю, зазеваюсь, то оно уже чувствуется. Поэтому я стараюсь выдерживать все эти килограммы. Плюс эти ракеты, они дорогие, и если что-то я неправильно сделаю, оно уже треснет. Можно поцарапать, можно, что еще можно сделать, можно пистон повредить. А люди, которые играют в теннис больше года хотя бы, для любителей, наверное, все равно больше года, они понимают сразу разницу. Вот история была, да, с каким-то теннисистом, как я помню. Да, по-моему, Беккер. Что, говорит, не то. У него одинаковых ракет было много, да? Говорит, а все же делали так же. Говорит, нет, это не та ракета. Не то, что-то не то. Потом померили натяжку, есть прибор для измерения натяжения струн. Оказалось, что на полкилограмма больше натянули, чем надо. Вроде бы это чепуха, а она... И тут выставляется, видите, тут 25 килограмм. И струна тянется, видите, вот так. Тут и есть натяжение 25. Натяжение 25 килограмм. То есть можно 23, 20 килограмм, 30 килограмм. Потому что тут физически, конечно, помимо того, что внимательность надо, потому что бывает, когда ночью, вот на 7 тренировка у него, и мне надо уже в 6:30, чтобы они были натянуты ракеты. Если это турнир, то они, детки перед турниром все тянут. То тогда я 40 минут затрачиваю, но это очень, очень так, ну, надо сильно быть. Когда мы теперь видим себе в задушку, я дружила, так? Я познакомилась, расскажите эту романтичную историю. Да, мой самый лучший друг, это, конечно, моя половинка Наташа, жена. Познакомились мы с ней в 93-м году. У меня друг работал в гостинице «Сума», у него там офис был. И случайно я в холле заметил, как идет девушка моя по ее одежде, понял, что это парикмахер. И у меня сразу что-то ёкнуло. Надо было срочно постричься, чтобы с ней познакомиться. Я пришел, и другу говорю, я пойду у нее подстригусь. Он говорит, да не ходи, она тебя поскубет. Посиди. Я пошел, а там была очередь. И, значит, высидел очередь, наверное, через час точно. А у парикмахеров так заведено, они поочередно берут клиентов себе. И очередь моя пришла к теще будущей. Она говорит, заходите. А я говорю, нет, я к своему мастеру. Хотя
Это был первый раз. И сейчас, когда я его стригу, он так опускает. Я говорю, ну ты как с первого раза, беру, поднимаю. Ну, я говорю, интеллигентный человек и надежный. И он уравновешенный. Я наоборот, буйная, бурная, вспыльчивая. Он всегда меня уравновешивал. А я его всегда волну гоняла все время. То есть мы два разных человека. Любовь, она или есть, или нету. А у нас уважение и дружба. Мы два друга. И, конечно, любовь, и, конечно, разделение быта на двоих. А у нас наша любовь закалилась наоборот. А как там говорят, любовь разбилась о быт. Любовная лодка разбилась о быт, а наша любовь наоборот закалилась. Потому что мы проживаем и проговариваем вместе все. Он дает мне выговориться, и негатив тоже, и позитив. И я ему даю выговориться. Дружба, самое главное, дружба и уважение. Вот есть фотография, когда я в первый класс пошел. Это... С братом, так? Это я с братом, с братом старшим, так? Да, старшим братом. Выховывала вас, мамуть, постоянно? Да, помогала. Старший брат постоянно со мной был, постоянно меня водил за собой. Когда старший брат поступил в Москву, я уже занимался младшим братом, то есть он постоянно был со мной. Кино, и со школы, и на теннис, на тренировки, все время вместе. Так мы сейчас дружим, то есть друг друга поддерживаем. Так, вот наша свадьба с Наташей. Саме так відбувалося їх перше знайомство. З того часу Ігор не змінив майстра. Часть Натальи. Вот. И очень часто у нас совместные поездки бывают отдыхать. Игорь ездит с нами на фестивали, как бы поддерживает Наталью, и, соответственно, это очень как бы на руку. То есть, ну, всегда, когда есть коллектив, чем больше, тем он интереснее. Игорь хороший товарищ, мы его тоже любим. Вот. Ну, трудно сказать какие-то факты конкретные. Он просто по жизни очень добрый, отзывчивый друг и товарищ, что всегда помогает, всегда теплотой своей отдает в компании, как бы свою лепту вносит. Да, по-разному, чтобы не получилось рассказ об Игоре, что там прямо все так у нас хорошо. Ну, по большому счету, я уже говорила, что только устаем. В основном весело. Вот на котором мы живем. Вот это передает, да, передает, как мы живем. Конечно, так интересно, потому что иногда думаешь, ну зачем нам два кота, сколько шерсти, диваны портят. Ну, к примеру, я прощаю котам за все, потому что они любят Леночку. Вот кот апрель, сейчас он сентябрь. Он так более-менее свободолюбивый, но кошка... Обязательно каждый вечер, они относятся к Леночке, к нашей, к ребенку, к дочке, как к котенку. Обязательно она пока не усыпит ее, пока там не полежит на голове, на руках, разрешает лазить ей в ушах, она не успокоится. То есть нянчат Леночку. Если Леночка расплакалась, они оба бегут. Но кошка первей ложится рядом, а кот заспал где-то, типа, что стучу, что ты кричишь? И тоже рядом ложится. И вот они вдвоем, длинные, большие, ложатся возле Леночки, и она успокаивается. С семьей мы проводим тоже все свои праздники, все собираемся обязательно все вместе. Главное у нас, конечно, это мама с папой. То есть они смогли создать такую добрую атмосферу в семье, что мы
самые лучшие друзья, братья и все дети, то есть внуки родителей, все присутствуют на этих праздниках. На даче мы когда с удовольствием собираемся. Недавно у родителей была золотая свадьба. Семья не дружная, очень дружная. В наше время это очень удивительно даже бывает, но приятно, Игорь Юрьевич. В самом деле уважаемый человек, потому что мы с ним ровесники, я не могу его даже на «ты» назвать. Вот, Игорь Юрьевич и все, почему так, вот не знаю. С Наташей проще, потому что Наташа женщина, а Леночка у нас вот растет 10 лет уже, девочки тоже. Тоже общительный ребенок. За родителями очень сильно скучает, очень сильно скучает. Когда видит папу, улыбка до ушей, счастливая такая вся. Я помогаю по уходу за ребенком. И по семейке, как говорится, помогаю то приготовить, брать, потому что у Наташи и Игоря очень загруженный рабочий день. Они уходят рано, приходят поздно. Поэтому как-то в основном помогаю всем вот этим. Положительные они. Вот почему-то так вот в наше время бывает, что люди есть положительные. Можно сказать, образцовая семья. Чтобы ссорились они ни разу, я не видела, ни разу не слышала повышения голоса друг на друга. Вот все вот бывает, бывает. На таких равняться надо. Игорь, вот вы начали Наталію натягувати струни. А чи вчила вона вас перебирати струни, так? Тому що вона бард, грає, пробували себе от в мистецтві. Да, пробував, звісно. Ну, несколько акордів можу взяти, но мой основной инструмент больше подходит маракас. Потому что не получается у меня так, как Наташа может. То есть я пытался, несколько песен даже разучивал, не получилось. За злою и добра.
два ангела черный.